Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Майе Донцовой настолько понравился новый участник Максим, что она решила с ним сразу же заселиться. Ее мама категорически против этого, и она жестко высказала все дочери. По слухам, мама с дочерью поругались настолько, что дело даже дошло до потасовки между ними. Новенький Андрей, который пришел к Маше к окну, не произвел на нее впечатления. Он позвал Марию на свидание в курятник, и девушка после этого заявила, что он не герой ее романа. Андрей не растерялся, не расстроился и пригласил на свидание Аллу Грибову. Многие зрители заметили, что Оля Рапунцель злится после прихода на проект Аллы. Грибову засыпали комплиментами, потому что у нее красивые, длинные, ухоженные волосы. Алла смеется, когда ее сравнивают с Рапунцель. «Такая честь мне не нужна», – пишет она. Лилия Читрару и Сергей Захарьяш вернулись с острова на поляну. Они считают, что у их отношений есть будущее. Совсем скоро Лилия намерена познакомиться с его семьей. На проект вернулась и Юлия Ефременкова вместе с Сергеем Кучеровым. Девушка приглянулась оставшемуся на поляне без Саши Черно и Иосифу Оганесяну. «Она позитивная, зажигательная и справедливая», – пишет Иосиф. Вика Романец задумывается о том, какой же она будет мамой. «Я стараюсь уже сейчас смотреть за другими мамочками, которые не забыли о себе и совмещают материнство и активную жизнь. Дома я точно не усижу», – пишет Романец. Ну а пока Вика и Антон Гусев отправились вдвоем на отдых в Грецию. Кристина Лисковец и Федор Стрелков тоже отдыхают, они путешествуют по Мексике. «Вы пишете, что мы круто живем и часто путешествуем», – пишет Кристина. «Но мы при этом не тратим какие-то нереальные деньги, мы просто умеем делать это правильно». Либерж Кпадону не стесняется демонстрировать свою фигуру. Она рекламирует купальники, при этом она пишет, что похудеть килограмм на 6 ей не помешает. Рита Керн сделала очередную пластическую операцию, на этот раз ринопластику. Ее фотографии сразу после операционного вмешательства просто шокируют. Как вы помните, Ольга Бузова находится в Лондоне. Девушка решила порадовать себя шопингом, она потратила 2 миллиона рублей на одежду. После успеха всех своих синглов Бузова может себе ни в чем не отказывать. Рустам Колганов не взлюбил новую ведущую «Дома-2» и не стал об этом молчать. По его мнению, такие персоны, как Катя Жужа, обесценивают проект, делают его неинтересным. Рустам вспомнил те прекрасные времена, когда ведущей была еще Ксения Собчак. «Она меня уважала», – говорит Рустам, – «и не рисковала спорить со мной». Бывшие участницы «Дома-2» Аня Кудимова, Элла Трегубенко и Катя Король приняли участие в конкурсе «Королева Инстаграм». Как ни странно, пишут зрители, но среди этой троицы Элла Трегубенко самая красивая. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.